Я приветствую вас на своем канале, и в данном видео мы будем менять с вами масло. Масло от компании Ravenol. Мне очень нравится данное масло, так как с ним мотор работает очень мягко, плавно, в любом диапазоне оборотов. Итак, приступим к замене. А здесь вы можете увидеть последствия моей рыбалки. Как я съездил половить рыбу. Я поцарапал себе бампер, немного подогнул пластиковую защиту. Также вы можете видеть на видео то, что пострадала немножко металлическая защита. Ну, я думаю, в этом ничего особо страшного нет. И это все при желании можно заменить. На данном видео вы можете увидеть цвет масла за 8000 километров пробега. Я не скажу, что оно особо грязное, но имеет уже определенную выработку. Плюс масло было залито от производителя Hyundai. Старый масляный фильтр, подгоревшая часть с одной стороны. Я даже не знаю, что это. Довольно неплохое состояние. Ну, как мне написали на драйве, как ты можешь определить состояние масляного фильтра? Здесь вы можете определить его только, наверное, по отзывам, как он работает и правильно по давлению масла. Если фильтр отстой, то загорится давление масла значок. Я поставил фильтр фирмы Marshall. Вот такого цвета масло должно быть у вас в моторе всегда. Конечно, сложно за этим уследить и постоянно поддерживать, но тем не менее. Когда я запустил двигатель и масло разошлось по системе, я проверяю подтеки. Масляный фильтр, поддон. Если все отлично и они не пропускают масло, я приступаю к дальнейшей доливке до нужного уровня. Стараюсь сделать его практически до максимума, приблизительно 2-3 мм до верхней метки. После того, когда я залил масло и окончательно с ним разобрался, я приступаю к замене фильтров воздушного и салонного. Здесь все очень просто. Здесь вы можете увидеть состояние воздушного фильтра за 8000 километров пробега. Немного песка в заборнике, но я его почищу чуть позже. Салонный фильтр. Про него, конечно же, я не забыл. Посмотрите на состояние за 8000 километров. Он забит пылью, грязью, мошками. Поэтому не забывайте его менять хотя бы раз в 10000 километров. У меня появилась одна проблема. Подушка, которая установлена снизу мотора, натирает защиту. По каким причинам, я не знаю. С виду она не разбита, вы можете ее сейчас увидеть. Но на ней также есть металлические царапины, назовем их так. Если кто знает, в чем проблема, причина, напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, в общем, поддержите канал, до 1000 осталось совсем немного. Так что давайте, дерзайте.